И еще раз дикие приношу извинения Валерию. Дедюнов Валерий. Приветствуем, товарищи. Эхо, эхо. Анекдот знаете про эхо? Ну ладно, не буду. Итак, песня «Маньяк». Авторская. Следующий знает кто. Они уже здесь. А для вас это будет сюрприз. Песня называется «Маньяк». Недавно видел соседа сверху, небритый, толстый, на куртке перхоть, в руках ножовка, в глазах апатия. Нет, он не вызвал во мне симпатии, симпатии как-то все реже и реже, я уснуть не могу, сверху крики скрежет. Сверху пилят, как по-живому, если б не ночь, ушел бы из дому. А вдруг он маньяк, и орудуя ловко, он пилит кого-то своей ножовкой. Сейчас бы винтовку, хотя бы ружьишко, пили, пили среди ночи, по-моему, слишком. Он пилит и пилит, не дрогнет рука, красное что-то течет с потолка. Видимо, долго еще будет течь, ждать невозможно, ружье и картечь. Вверх на этаж прикладом за ног, тебя, друг, посадят, а у меня потолок. Скажи-ка, товарищ, кто будет пилить? А ну прекращай среди ночи пилить. Не то между ног, засажу с двух стволов. Ты был маньяком, а теперь кто таков? Но не иду, кручусь на кровати. И сверху, ребята, а может быть, хватит? Надежда мертва, спасения нет. В голову снова ползет всякий бред. В углу проявились неясные лики. А сверху неладно, усилились крики. Звериные, детские, женские, точно. Я одеваю тапочки срочно, пешком на этаж поднимаюсь, звоню. Я оргии эти прерву на корню. Как продолжение полночного бреда. Дверь приоткрыта, пилят соседа. Теща с женой, он в луже портвейна лежит, прижимая бутылку лилейно. Недавно видел соседа снова, кувалда и дрель, запах спиртного, при встрече я руку ему пожимаю. Я тоже женат, я его понимаю, но порох сухим держу, и ружьишко пилит среди ночи, по-моему, слишком. Спасибо, спасибо.